Проблемы возрастной патологии в арктическом регионе обсуждают в Якутске. Сегодня в столице началась работа научно-практической конференции. Участники затронут такие темы, как долгожительство и особенности гериатрической помощи пожилым. Обсудят и повышение возможности организма человека в условиях Крайнего Севера с использованием биопрепаратов. Здоровье жителей Якутии ничем не хуже и средней полосы России, и европейской части России. Я полагаю, что особенности, вот, которые могут быть, это, конечно, связано с питанием. Вот питание, тут нужно, конечно, уделять внимание, питание традиционное, жирная пища, в условиях холода. Но сейчас, когда это уже необходимость в этом несколько снижается, нужно корректировать. Также питание все-таки. Такое калорийное, может, не всем нужно, чтобы не было, чтобы люди не полнели, чтобы не развивались ранние болезни. А это очень много возникает из-за метаболического синдрома.